Ну что ж, ладно, давайте продолжим. Идем в Лувы и посмотрим все ивенты, события, что там остались. Так. О! А вот это интересно. Погнали. Сестренка. Давай снеговика сделаем. Я сейчас занята. Я думаю об... о том, чтобы сделать новые продукты для Лувы. Чё, и они туда же? Что? Но ведь у нас уже есть... манджу сестренки. Ну же, снеговик сейчас важнее. Пошли, короче. Вы что, больше не хотите наших сладостей, что ли? Ой. Точнее, ты сможешь сделать сладости потом. Я хочу избавиться от... Бланк манджу. Я хочу сделать нечто особое. Я хочу сделать нечто, о котором будут говорить все. Снег у нас всегда есть. Мы сможем снеговика сделать, когда захотим. Да, но сегодня... очень много снега. Поэтому мы можем сделать большого. Видишь? Снаружи все белое. Ну же, сестренка, погнали! Луи. Эта страна наполнена снегом. Поэтому это должно быть какой-нибудь холодные сладости. Подходящие моему месту. Дайфуко снеговик. Я могу сделать с двумя шариками. Прямо как снеговик разделен на две части. Мы можем сделать... мы можем сделать так, чтобы одна часть была розовой, а другая голубая. И фотографии Ром и Рам там вывесить. Все, я решила, какой особый продукт сделать. Я поняла, что нужно именно. Спасибо вам двоим за помощь. Сестра? Мы сейчас идем снаружи, верно? И ты пойдешь с нами. Хорошо, погнали! Мороженое или карамель? Не. Ну, они решили сделать дайфуку из двух частей. Ну, это тоже хорошая идея, наверное.
Ладно, погнали дальше. Еще нет. Я не могу ни за что проиграть в этой игре. Я на 200% была уверена, что ты не сможешь это надолго скрывать. Наивная. Непу. Я проиграла. Ладно. Ты думаешь, что можешь в любой момент вот тут заявиться ко мне, и я... снижу, буду беспечный, и ты сможешь меня поймать в этот момент? Господи, если ты... даже несмотря на то, что ты всегда так себя ведешь, тебе не кажется, что ты сегодня какая-то слишком неряшная? О, блин, уже поздно. Я должна как можно быстрее вернуться домой, иначе Истуар прибьет меня. Ты права, я сегодня использовала все свои силы, короче, и я думаю, на сегодня мы можем закончить. О, а это фотографии Ром и Рам? Вот там нарисовано. Ну, а вот, знаешь, очень миленько. Ну, картинки Ромером тогда будут раз нарисованы. А, ну так как мы в снежки играли раньше. О, вы снеговика сделали вместе, да? Это, наверное, очень забавно. Если они нарисовали такую большую картинку. Сиськи кадры. Хитрая Лоли явно знает, как использовать свою внешность. Ну да. Ну ладно, увидимся позже, Бла. Эй, Нептуня! Сколько раз я тебе должна повторять? Не уходи, не нужно уходить через окно. А. Господи. Когда она уходит через окно, или приходит, и я чем-нибудь занимаюсь, там пишу, например, это действительно пугает. Как будто снег попадает в комнату. Хотя, это не так уж и плохо, раз тут снег попадает. Да, очень редко можно видеть, как она нарисует нечто такое большое. Наверное, у Блан сегодня был очень хороший день. Наверное. Так, а что у нас дальше? Маленькие девочки очень миленькие, рыба очень вкусная, игровая индустрия очень прекрасное место. А, стоп, да это те же самые слова. Я думал, что педокод скажет что нам что-нибудь интересненькое, но... По-моему, это то, что мы видели еще, когда вначале впервые сюда очутились. Ром, Рам, я пришла! Нафига ты пришла? Ладно. Биша, а ты привезла своего робота? What? Мы можем снова на него поездить?
Если вы тут начнете шуметь и начнете летать на роботе, то госпожа Блан... Звуки, короче, того, что робот завелся, походу. А! Они уже залезли на него! Ей! Нифига себе, улетели! Господи, я же сказал, что это опасно! Не нужно летать внутри комнаты! Воу! Детский сад, блин! Сучки! А ну прекращайте к черту! О, господи. Она взбесилась. Видите? Госпожа Бланк сейчас очень сильно разозлилась. Вы трое, а ну прекращайте немедленно. Я сказала, пожалуйста, ну остановитесь. Финансы, ты тоже заткнись. А вы, Бланк, сама, вы тоже очень шумите, если что. Это было просто прекрасно. Да, вижу, они полны энергии, не так ли? Да, они не такие, как ты, Нудзуме. Но, похоже, у Бланки и у Финансы из-за этого неприятности. Может, мне стоит им помочь? Нет, все-таки. Протянуть руку помощи? У тебя есть руки? Он Зуме задалась вопросом, есть ли у него руки. Окей. Эй! Ребят! Что такое? Ты хочешь тоже прокатиться на роботе, Умио? Давайте оставим этого робота в покое и... сделаем тишину ради Бланк. Давайте, я вам книгу с картинками прочту. Какая ваша любимая? Ты прочтешь ее ради нас? Для нас. Вот это подойдет. Гипербитва роботов. Книжка с картинками. Да, Намко Бандай просто поехали на мехах. Нет, я хочу карманных монстриков. Мононоко. Ноко. Ладно, не паникуйте, я прочту все. Сначала одну, потом другую. О, все действительно его послушали. Что это такое? Ну, Фума, ну, кстати, все возможно. Что-то слишком спокойно стало. Они что, устали и решили вздремнуть, что ли? А? Я слышу очень красивый голос, который доносится оттуда. «С каких пор ты можешь меня так судить?» — сказал рыцарь. «Ты... недостойный человек!»
А президент, знаете, очень крутой. Спит. Эй, а когда доберемся до картинки с роботами? А, о, она как раз будет на следующей странице. Спойлер! Это... О, Бланк сама. Смотрите, он очень сильно нам помогает. Ребят, мы нашли няньку. О, Бланк, привет. Вижу, что твоя работа хорошо продвигается, да? Да. Благодаря тебе. О, я заснула. А, Бланк, ты как бы закончила работу, чё? Озуме. Я бы хотел бы нанять эту рыбу как няньку. Прямо мои мысли прочли. Да ни за что. А он еда для меня в качестве, на всякий случай, если случится нечто чрезвычайное. Окей. Ладно, ладно. Ладно, все. Мы прошли все дополнительные постгеймовые ивенты. Ну, вроде бы, больше я ничего не нашел особо. Там есть еще вот это, но тут, скажем так, никакой не ивент. Тут просто прохождение особых локаций. Кстати, давайте немного ее попробуем пройти, хотя они адово сложные. Прямо как в древних платформерах. Сейчас засейвлю сначала. И дальше нам нужно пройти DLC-эвенты. Но, к сожалению, мы сегодня их не успеем пройти, потому что там очень много. Где-то на часик с половиной, я думаю. Так что, наверное, это оставим на какой-нибудь другой раз. Даже не знаю, когда. Не знаю, можно в воскресенье вечером пройти DLC-сюжетные с Nitro Plus обязательно. С Артурией осталось очень важный ивент. И с Гадитером вроде бы все прошли. А нет, там еще одно событие осталось. Или две. И будет замечательно. Да блин. Засранец. Но эти данжи ад какой-то. Фу. Есть. Да, блин. Блин, упаду, начну сначала все. Тут нужно успеть по таймингу. Блин, нужно быстро. Так и знал, что попаду по-любому. Срань. Там срет. Это вообще проходимо? Да, это проходимо. Я один раз прошел это в японской версии. Фу, в японской версии. Это и есть японская версия.
Я один раз прошел это. Конечно, потратил кучу времени тогда, но... Ай, фиг. Тут не перепрыгнешь. Да твою же ж! Ну, к счастью, они дополнительные, просто так, если хочешь немного пострадать, то вперед. Так. Хотя могу перепрыгнуть на самый дальний, по-моему. У меня прыжок же большой. Так, твою ж. Так как же вы мне надоели? Если бы еще эти монстры тут не были и не раздражали бы. Твою ж. Ладно, пойду вперед. Вот тут тоже какой-то ад. Я ненавижу такое говно. Последняя жизнь. Фу. Ой, не то слово, Сократ. Да нет, тут просто нужен хорошо накачать свой скилл. Не проходить это дерьмо. Да. Пошло оно в жопу. Вот что я скажу. 100 лет. Да их ненавижу. Я столько наигрался в них в детстве, что я больше не хочу играть в них вообще. Потому что тогда играть не было больше особо не во что. Так что я не хочу больше платформеров вообще в своей жизни проходить. С меня достаточно этого дерьма. Ну, может там за редким исключением что-нибудь можно взять, но вряд ли. Так что ладно. Ну что ж, ладно, продолжение следует. Дальше у нас DLC-шки в следующий раз.